Друзья, всем привет. Расскажу, как получить немного халявы в нашей любимой игре PUBG. Языки сегодня менять не будем, на китайский винду переставлять тоже. Все, что будет необходимо, это сделать два клика мышкой. Первым кликом будет необходимо нажать на баннеры в игре, где у нас есть корейские девчонки. Либо зайдите в новости. Там этот баннер тоже есть. Нажали на баннер, переходим на сайт и кликаем всего одну кнопку. Если нажать на кнопку, то получим в игре кейс. В этом кейсе будет сундук охотника, ключик к нему, ну а также шлем. Такое коротенькое видео, лута если не забрал. Ну а на этом видео заканчивается, а я с вами буду прощаться, с вас как всегда лайк, подписка, комментарий. Всего вам доброго, друзья, до свидания.